Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам на эвакуаторе привезли вот такой вот автомобиль. Это Volkswagen Jetta 7, американец, то есть для американского рынка. Сборка, скорее всего, это Мексика, 1.5 бензин. Данный автомобиль был куплен на аукционе США без ключей зажигания. Машина идет без кнопки старт-стоп, на обычном замке зажигания, в простой комплектации. Требовалось готовить ключи зажигания, так как машина была куплена, повторюсь, на аукционе без ключей зажигания. И требовалось готовить два чипа ключа зажигания. Мы изготовили вот таких вот, два ключика сделали. Разбирался замок зажигания. По замку зажигания изготовили механическое лезвие ключа. Если посмотреть на лезвие, здесь 4 запила. Раз, два. С одного торца и с другого торца. Не каждая мастерская берется за изготовление ключей. Извините. По замкам. Мы изготовили. Каждый ключик проворачивает замок зажигания уже. Зажигание уже включается. Заводить не будем, так как машина имеет проблемы по подкапотному пространству. Также эти ключи дистанционно закрывает, открывает машину и заводит. Если у вас такие же проблемы с ключами зажигания на вашу Jetta, либо на другой Volkswagen, и вообще на другую марку автомобиля, можете обращаться в нашу компанию Akibai. Мы решаем вопросы по ключам, по замкам. Будь то у вас вообще нет ключей, нужно изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать замок двери, замок зажигания. Вот, если что, вы знаете, куда обращаться.